В городе появился еще один детский сад. Если быть точнее, дошкольное учреждение номер 132 на территории областного центра располагалось давно, но принадлежало РЖД. И вот буквально в начале этого месяца сад передали муниципалитету. Теперь его на равных условиях могут посещать все дети. Это был частный детский сад. Сюда ходили сотрудники РЖД, в основном российских железных дорог. У них была за сад оплата, несколько другая, они платили порядка 3500 рублей. Не сотрудники РЖД, они тоже имели право сюда прийти, но они платили от 14 до 16 тысяч рублей. Сад располагается на сортировке. Учреждение очень большое, рассчитано на 250 детей. Пока здесь 129 воспитанников. После косметического ремонта групп станет значительно больше. Сад, конечно, в очень хорошем состоянии, который мы принимаем сейчас от РЖД. Этот сад позволит нам открыть дополнительно где-то порядка 100 мест. Это, конечно, очень важно для района города, такого как сортировка. И я думаю, что дети, которые сюда будут ходить дополнительно, да, они увидят, то, что сад действительно сохранен был компанией в замечательном состоянии. До конца года сад готов будет принять 45 воспитанников. В ближайшее время начнется и набор персонала. Зарплаты, соответственно, будут ниже, чем у РЖД. Дошкольное учреждение сортировки приглашает в свой коллектив 7 человек. Воспитателей, музыкального работника и шеф-повара. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.